Натали меня привела на завтрак в место, которое открыли, по ее словам, белорусы, возможно. И я смотрю напитки, и тут есть квас. Понимаете? В кофейне есть квас. Такая красота. Какая огромная. Да. Квас просто балдёж. Куда еще с Наташей пойти? Ну, конечно же, в винтажные уголки. Моя цель — найти чашечку. Блин, ну я просто за это люблю такие секонды, ну посмотрите. Сейчас я буду искать чашечки. Блин, тарелочка красивая. И вот эту красивую. Я уже с покупочкой. У меня 3 чашечки с тарелочками. Я взяла на выбор для мамы одну и для бабушки. Потому что все мы любим такие чашечки. Примерно 5 часов прохождения границы Эстонии и России. И я наконец-то иду в автобус. Я должна была быть больше часа назад в Питере. Немножко сдохла. Распаковка. Суфли-пуфли. Мы с семьей обожали тупу в детстве, поэтому я решила, что это лучший выбор. Это моя, которая, ты, наверное, даже не ту пробовала. Наверное, нет. Это наше детство. Мама тоже это, когда мы были в Выборге, она видит это. О, что это? Да. Там еще появился вкус с нугой. И мне просто 2, я не могу найти вторую. Я взяла с мятой. Возможно, это для меня, потому что я не знаю, если... Хотя у нас все любят мяту. Но я взяла, решила не рисковать, не брать много. Чашечки. Я взяла себе, бабушке и маме чашечку. Возможно, одну из них все-таки семян, да? Вот это мама хочет. К этой тарелочке. Газеты, да. Я чашечный маньяк. Тут стоит выбор чашечек. Ты меня снимаешь? Да. Какой-то микроб. Это моя новая видеокамера. Выбор, а мне очень понравилось. Ой, еще и такое. Да, вот синенькую я еще потом нашла. Вот это, конечно, такая самая такая. Да. Нежненькая. Нежненькая вся. Такую. Хорошо. Как вы понимаете, мы все еще собираемся, как обычно.
Я уже оделась, я уже колечки надела, пожалуйста, браслетики. Я еще не знаю, куда мы едем. Но сейчас главное собраться. Гулой! Ничего не видно в этом маленьком экранчике. Мы подошли к финишной прямой, и мы почти выходим. Что здесь? Количество люков. Мы добрались до Питера. Сейчас идем в наше любимое место Бизе, чтобы позавтракать. Но уже обеденное время, поэтому в целом можно и пообедать. А что-то типа обеда будет? Так, аутфиты. Я краля. Я его краля. Уже в кепке. Понимаете, поэтому я краля. Не понимает. Я не понимаю, что это такое. Пошли. В лице меня. Да. А тебе не надо брюшку? Кофе нормального размера. Почти моя голова. Капучино. Это не латте. Это капучино большого размера. Типа крутим баранку. Мы семья такая, знаете. Нам нужно по-царски. Поэтому мы решили, что нам нужен отдельный катер, чтобы кататься по желаемым местам без экскурсий. Матильда у нас немножечко боится, но мы теперь живем. Если что, можешь спуститься в места. Там вообще, смотри, стол. Это образ, образ. А вон у нас моряк. Нет, дальнобойщик. Товарищи, накаймите и спрятать. Распаковка золотого яблока. Две одинаковые масочки от Darling. Такие вот. Охлаждающие, успокаивающие масочки. Патчи. Такие вот. Такие вот патчи. Дальше. Гель для бровей для подружки. Мне нужен был какой-то пилинг-скраб для кожи головы. И подружка посоветовала вот. Опа. Я взяла не то одну. Оказывается, блин, там в куче было... Я думала, там в куче были только то, что мне нужно. Я взяла одну, не то, что мне надо. Ладно. Вот такой... Скраб, там была большая упаковка, но она была 200 с чем-то миллилитров, а мне в самолет нельзя столько взять. И такой вот скульптор от Influence. Такой серый. Но он ближе к серому. Вот такой вот набор. Здесь вот такая вот губочка. Шампунь. Шауэр гель. Бальзам для губ. И целых 4 маски. Одна вот такая. Две вот таких. И вот такая. Они пенятся. У нас бьюти утро с Матильдой. Да?
Сделаем патч. Я уже отвыкла от этого. Я сейчас еду с Машей купить что-то для Наташи, а потом меня кидают, и я буду бродить часа два до встречи со знакомой, которую я знаю уже очень давно, но мы ни разу в жизни не виделись. Сегодня это произойдет, так что покажу вам чуть-чуть Питера. Спроси. Да, все. Ты, блин. Прикинь, ну не знаю, что все, тут ступор. Все. Спроси Неву, ты знаешь, я давно живу. Уйти куда? Туда, где время не вода. С собой возьми, и я возьму с собой тебя. Мне объясни, что слишком мало декабря нам. Смотри в меня, сотри себя и будь во мне. Последний раз твоя вода в моем огне. Снега не мы, немыслимые эти сны. Они. Утро доброе, почти на море. Меня повели на карьер. Конечно же, мы забежали в Завари, чтобы взять круассанчики, канельки и позавтракать дома сегодня, потому что в Завари мы еще успеем сходить, но отказаться от Завари мы все равно не можем. Всем доброе утро. Мы собираемся ехать на вокзал, потому что приезжает моя сестра с ее мужем. Мы уже собрались. Привет. Привет. Соня в подарок. Это я гитару забыл. Привет. Как вы оказались в этом прекрасном городе? Мы ехали на поезде. Из Нижнего Новгорода. А почему из Нижнего Новгорода? Мы ехали к моей бабушке, которой исполнилось 84 года. Да, вот. Доброе утро, влог. Мы встали ради веселья. В общем, я решила, что это путешествие не должно остаться незапоминающимся. Поэтому я всегда очень хотела попробовать покататься по каналам Питера на каких-то падлбордах или лодочках.
Ну дайте мне говорить. Новости говорят. Да. И я нашла, в общем, есть каяки, которые, на которых можно покататься по Питеру. Но дело в том, что у нас много корабликов, которые ездят. И единственное время, когда можно спокойно плавать на падлбордах и на каяках, это 6 утра. Поэтому мы встали в 5 утра, чтобы поехать на каяки. Что думаете об этом? Просто там Мы еще не поняли. Да, Соня сказала, что мы едем ради веселья, только мы еще не поняли, что мы едем ради веселья. Вот. Я вообще согласился на эту авантюру лишь по одному случаю. Живем один раз. Мишаня? Мишаня. Ого, ты экстремал. Вот так на домашнем. Кроксик. Идем на каяки. Да не про чай спрашиваю. Да. Про чай говоришь. Чай хороший вообще. Понравилось? Да. 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 Если кому-то не понравилось, еще кружок сделаем. В общем, напишу внизу, где мы кого арендовали это все. Очень прикольно. Мы думали, будет человек 20, потому что мы хотели купить еще одно место, и там почему-то нельзя было уже купить. Я так подозреваю, что нельзя было, потому что заранее они увидели, что у нас как раз нечетное число плюс инструктор, а там только двойные лодки. Может, типа, если бы был кто-то еще один, непонятно, как инструктор бы поехал, потому что все лодки двойные. Ну, в общем, мы оказалось, что мы единственные, то есть мы были чисто наша компания и инструктор. Была личная прогулка. Да, очень, очень прикольно. Довольно тяжело грести, но нормально, справились. Сейчас пойдем завтракать. Сима ждет завтрак. Что вы заказали? Я заказал омлет с форелью, лимонный кекс и эспрессо-тоник. Я сейчас хочу попробовать во многих местах эспрессо-тоники и сравнить, где реально вкуснее. Вчера пробовал в Безе. Было вкусно, но они там с лимоном. Знаешь, где вкусный? Сёрф кофе мне понравился. Сёрф кофе? Очень понравился. Вот, пробовал в кофейне, где я работал, там делают на лайме. Эспрессо-тоник у них тоже очень вкусный. Еще пробовал в Нижнем Новгороде в Салют. Ну, нормально, нормально. Не самый лучший, но тоже вкусный. Хочу теперь в Буше попробовать. Ты заказал? Да, заказал. Сима, ты что заказал? Я заказала раф и омлет. Раф, яблоко. Вот это яблоко корица. А у меня капучино с миндальным. Почему-то у них не было овсяного. А ты что заказал? Не тыкай. Бутербродики. Бутерброд. Кофе, флэт вайт. Омлет. Сушеный сыр. А ты что заказал? Чизбургер. Картошку фри. Картошку фри. Кисло-сладкий соус. Кола 0,3. А вы что заказали? Омлет с черри и шпинатом. И капучино с миндальным молоком. Это омлет с вишней, да, получается? С черри. А вот и омлет. Всем привет!
канале. Смешные цены. Смешные цены. Как вы думаете, сколько будет стоить олимпийка, которую купит Соня? Доброе утро. Сегодня наш последний день. Я днем уезжаю. И ребята тоже сегодня уезжают в лагерь, в лес. И мы решили позавтракать последний раз в Завари. После вчерашнего просто дико болит вот тут вот сзади спина, потому что мы гребли полтора часа. Надеюсь, это не будет меня мучить весь день. Уже вечером сегодня, ближе к ночи, буду в Эстонии. Переночую у Наташи и завтра... Ой, да. Завтра утром мы с ней сходим позавтракать, и днем я улетаю в Прагу. Был хороший отпуск, дико насыщенный эмоционально. Так что я рада, что перед моей новой работой в Праге я еще успею как-то акклиматься от эмоциональных стрессок. Мы двигаемся или как? Просто снимаю. Кушай. Добрый вечер. Я у Наташи в гостях. Мне дали тарелочку. Но зато ужин у меня будет царский. У меня будет треска. Треска с пюрешкой. И тут еще этот чечевица. Чечевица. В общем, я ночую у Наташи, и так смешно, что твоя голова не мила. Ой, это хорошо. Это очень хорошо. Ночую у Наташи, а завтра днем улетаю. А утром мы пойдем куда-то завтракать. Да. Нужно посмотреть, как будто свежим взглядом, ну, знаешь. Потому что какие-то вещи, допустим, вот этот жакет, он очень красивый. Да. Но я его не ношу, потому что я не знаю с чем. Каждый раз я думаю, а зачем? Но он очень красивый. Мне кажется, у меня можно посчитать вещи, которые я купила в секонде. Угу. Практически все. Да. Это тоже секонд. Очередные чашки чек. Так, мне Наташа купила чашки, потому что я все раздала своим родственникам. Какой красивый ракурс. Она мне взяла такую же, как я маме брала. И еще нашла красивый такой. Запаковала, как запаковала. Я же подбирала одинаковую бумагу. Это вообще. Она еще дешевле. Да. Мне кажется, она треснет. Почему? Потому что она уже треснула. Покажи. Она прям хрустит. Блин. Я не знаю, что так было. Может быть, оно и... Оно же все-таки старое. Блин.